Чебук или... Всем привет, как всегда, с вами я, Иван Кент. И сегодня возвращается наша любимая всеми знатная Бравл Старс. Я немного поиграл, вот. Как вы помните, вот персонажи мои. Блин, кто считает, что немного Бравл Старс испортили? То, что делали какой-то странный магазин, и скины нельзя так... купить. Их надо выжидать в магазине. Это какой-то небольшой минус. И вот что это за лента. Раньше вниз опускали и нормально было. Кто так считает, что ее немного испортили, опускайтесь вниз и пишите в комментариях. Вот. Так, сейчас можно пока что посмотреть, что продается. Вот. Безумный Карл. Так, все. Сейчас я решил немного поподнимать своего, ну, так, очевидного бойца, который мне немного нравится. Это Бул. Его хочу я поднять где-то до 15 ранга. Ну, как вы знаете, 15 ранг, он такой, типа, красивый, бриллиантовый. Не бриллиант, алмазный. Так, заходим, все. Шутон, это, конечно, не для него, как, ну ладно. Шелли. Так, Шелли струсила. Легко забираем бокс и пойдем. Бум. Так, куда прям хочется? Жируха. Как все уже стали называть не ПМ, а жируха. Выноси. Да. Зажимай. Не, роза мощная. Лучше остаться от нее. Жруха, помогай. Все. Зажато. Роз. Жрухой и мной. Так, ладно. Нечего мне там делать. Так. Надо прочекать кусты. Не люблю крыс, но иногда крысю. Так. Кто не любит крыс, пишите в комментарии. В комментариях. Тем временем осталось 4 бойца. Так. Вот тут самое хорошо быть Булам. Можно сейчас походить. Так. Шелли. Опасная. Ух, она ульту только что выпустила. Ну, хотя она могла набить на розе достаточно большую. Ну, шансов как таковы были малые шансы. И 8 кубков. Но мне понравилось обновление тем, что стали больше давать кубков в ШД. Так, пошлите еще раз. Хочу очень, как я вам говорил, уже поднять Була. Вот. Соседка Роза. Кто считает то, что в Brawl Stars маленькое количество метателей, 3 метателя или сколько? Да, 3 метателя. Пишите в комментах. Тяжеловесов много, но и молниеносных убийц одна только. Так. Ждем. Так, все, подобрал банку и можно бежать. Так. Можно... Знаете, я чаще, смотря на каком героя, иногда я просто сижу в кустах и ожидаю, пока многих убьют, а иногда наоборот в Рашиду. Так. Так. Кусты полны страхом, если увидишь Була там с многими... Вот со столько банков, ты просто с банок, с 10 банками обосраться можно. Так, буду тут ждать. Так.
Роза где-то бродит, ходит. Не ходит, не бродит уже. СД, все. Блин. Ну, с одной тыки это... Конечно. Так. У меня что-то нажимается далее. Блин. Залагало. И мне надо поднять достаточно. Снац кубков это два раза победить еще на 8 кубков. И да, у меня будет 15 ранг. В принципе, неплохо. Ладно, следим. Лагает что-то. Вот у меня на камере все время либо плохо получается играть, либо лагает. Так. Раз, два, три. Там еще бокс. Два даже бокса мне значительно. Хорошо, что их даже никто не взял. Если что, можете писать в комментариях, я громко говорю или плохо. Если тихо, я буду как-то более громче говорить. Этот ролик я попытаюсь сделать побольше. Он затянется у нас, потому что у меня только все по 8, по 10 минут, по 9. Этот может на 12, на 15 попробую. Ну, пока не апну, была на 15 ранг. В следующей серии, скорее всего, будем апать либо Шелли, либо, я не знаю, даже кого можно поапать. Такого. Блин. Закрысил у меня бур. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного, так. Три, это сейчас мне еще кат. Сорок восьмой. Не. Так. Три кубка. 70. И последнее. Мне еще апнуть 13 кубков. Думаю, смогу. В принципе, занять. Может, топ 3, топ 2. Это было вообще замечательно. Там Альприма. Да, смог его. Конечно, можно сказать, легковато было, потому что у меня еще 4000 хп оставалось. Так. Как по катакомбам ходить. Блин, чисто случайно использовал ульту. Жалко. Ну ладно. Даже этот бокс никто не тронул, я не верю. Так, можно его потихоньку разделать. Я, кстати, вкачал була. Теперь у меня двумя банками сносит 3100. Так. И если что, можете написать в комментариях, какой кому игру нравится. Персонаж, точнее, будет так сказать. Упустил, конечно, хорошего була. Фулового почти что. Па-па-па. Обходим, искать того. Нет, ну нет, залагало, ребятки. Видите, я не нажимаю, а джойстик впереди. У меня такое подлагается. Ну, как я и хотел, третье место.
Посмотрим. Даша ли была на раз-два? За третье место сколько банок и не кубков? 6. Нормально. 6 кубков. И это... Надо еще занять топ-2. Было бы замечательно. Если бы я бы занял сейчас бы топ-2. Папач. Последний. Надеюсь, последняя игра. Так, заходим. Играть снова. Так. Так, у меня что-то залагало, подождите. Блин. Там я хотела уже себе новый телефон. Как этот уже состарился и уже выпендривается. Так.